Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Шеннин Доэрти диагностировали четвертую стадию рака груди. О рецидиве заболевания 48-летняя актриса сообщила в эфире программы Good Morning America. Доброе утро, Америка. Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллз» 90210 призналась, что напугана вердиктом врачей и сильно переживает о муже и матери. Именно этим двум самым близким людям она с тяжестью сообщила страшную новость, и именно об их чувствах она беспокоится в первую очередь. По словам Доэрти, она постоянно задается вопросом, почему именно ей, а не кому-нибудь другому пришлось столкнуться с этим заболеванием. Напомним, впервые рак молочной железы был диагностирован Доэрти в марте 2015 года. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!